В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Житие царской семьи и лики святых. Роспись стен храма на улице Менделеева идет полным ходом. Настя или Устинья, как жители нашего города называют своих детей. Саровские спортсмены открыли легкоатлетический сезон. Далее расскажем обо всем подробно. Организации дополнительного образования могут быть исключены из зоны запрета продажи алкогольной продукции. С таким предложением к депутатам вышла администрация города. Сегодня в Сарове это 29 объектов, такие как музыкальные и художественные школы, школа искусств, станции юных натуралистов и юных техников и детские клубы центра внешкольной работы. Если предложение будет принято на сессии, рядом с этими заведениями запрет на продажу алкоголя будет снят. Также в повестку заседания социального комитета вошел вопрос о создании в городе общественной палаты. Городу нужна общественная палата, заявили депутаты на заседании, но тут же столкнулись с проблемой. Организация с таким названием в Сарове уже есть и работает она уже 3 года. Ее представителей предложение народных избранников смутило. По их мнению, создание второй общественной палаты ни к чему хорошему не приведет. Создавая палату номер 2, что бы вы ни говорили, это будет восприниматься, конечно, и населением, и тем людьми, которые нас поддерживают, а вокруг общественной палаты города Сарова огромное количество уже людей. Это будет восприниматься именно как ваша попытка неправильную палату заменить правильной палатой. Созданная как общественная организация, общественная палата, она включится в эту работу в рамках уже общественной палаты, созданной решением городской думы. И здесь будут они в таком тандеме, подпитывая друг друга, очень плодотворно трудиться. На ниве общественного контроля. От совместной работы представители существующей палаты не отказываются, но настаивают на том, что вновь созданный орган общественного контроля, чтобы не вводить никого в заблуждение, должен называться иначе. Например, общественным советом. В качестве своей правоты приводят в пример ситуацию в Нижнем Новгороде, где при существующей палате при администрации была создана вторая. В результате возникла коллизия, выход из которой ищут в судах. Предложение очень простое. Самый простой вариант – создавать совет. Меняйте слово «палата» на совет, «общественная палата» на «общественный совет». Второй вариант, если вас это почему-то не устраивает, это предложение. Давайте создадим рабочую группу, куда войдет общественная палата наша, депутаты, и попробуем как-то разрулить эту ситуацию. Это не быстро, да. Но зато вы не будете в такой ситуации, которая сложилась в Нижнем Новгороде. Обсуждение создания при администрации общественной палаты продолжит рабочая группа, в состав которой также вошли представители уже существующей палаты, после чего депутаты вновь вернутся к вопросу на заседаниях комитетов. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24». Строительство храма царственных страстотерпцев ближется к своему завершению, и уже через несколько месяцев он откроет свои двери для прихожан. Сегодня там полным ходом идет роспись стен, которые привлекли художников иконописной мастерской «Новое воскресенье» из Ивановской области. О том, какие образы и сюжеты уже появились во внутреннем убранстве храма, расскажем далее. В 1997 году Сергей Морозов написал свою первую фреску, а уже сегодня он расписывает храмы по всей стране. Палехского мастера и его бригаду всегда приглашают на те объекты, где необходимо сотворить настоящий шедевр, но в сжатые сроки. Вот уже почти полгода иконописцы работают в храме царственных страстотерпцев. И за это время преодолели большое количество трудностей, потому что архитектура храма не совсем классическая. Барабан не классический, там своды, четверик не классический, как мы привыкли видеть, и десятки храмов уже расписали за свою историю. И здесь вообще выпадает из всего, что мы видели, над чем работали. Храм камерный, естественное освещение в нем слабое, поэтому в качестве основного мастера выбрали так называемый жемчужный цвет. Сюжеты разделили опушкой красно-розового цвета. Эти цвета помогли преобразить первоначальное мрачное внутреннее пространство храма и сделать его солнечным и светлым. На стенах уже можно увидеть большое количество ликов. Спаситель, Богородица, пророки, евангелисты. Старались охватить вообще все, не только как бы Саровскую землю. Ну, естественно, у нас и Сергий Радонежский, Серафим Саровский, вот, и Дионисий Суздальский, и все Нижегородские, ну, большинство, очень много нижегородских святых будет изображено. Несмотря на нетрадиционную архитектуру, храм будет расписан целиком. Сюжеты росписи отразят жизнь царской семьи, в том числе ее участие в саровских торжествах 1903 года по случаю прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского.
Очень мы интересно постарались изобразить перенесение мощей. Засим и Саватий Соловецких из этого храма и в Успенский храм переносили. Так вот мы, значит, и изобразили с левой стороны окна, значит, Засим и Саватий храм, они вынесли из него, и Успенский храм тоже. Ну, постарались маленько, чтобы было это документально. В своей работе палехские мастера соблюдают традиции каноны, но все-таки в любое изображение привносят немного своего, что делает каждый расписанный ими храм уникальным. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Департамент по делам молодежи и спорта объявляет конкурсный отбор в лагерь «Артек» на летнюю смену с 20 июня по 10 июля. В конкурсе приглашают поучаствовать учеников 6 классов. Прием портфолио завершится 20 апреля. Путевки и проезд от Нижнего Новгорода до «Артека» и обратно бесплатные. Порядок формирования портфолио и отбора участников смены размещен на сайте ДМИС. Дополнительную информацию можно получить по телефону 671-79. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На оценку «Отлично» тотальный диктант Сорове написали 4 человека. Как сообщили в департаменте образования, без единой ошибки текст написала Татьяна Криницкая. Также в число отличников вошли Елена Мельцес, Юлия Молокова и участник под псевдонимом «Филоложка в тумане». Их просят написать о себе несколько слов локальному координатору Владиславу Мухину на электронный адрес vgmuhin@mail.ru. В воскресенье 22 апреля в драмтеатре пройдет читка пьесы «Человек из Подольска» лауреата фестиваля «Золотая маска» Дмитрия Данилова. Начало в 18 часов. Приглашаются все желающие. Вход свободный. В Сарове подвели итоги первенства школ города по волейболу. Победителем соревнований стала команда гимназии номер 2. Второе место у команды школ номер 10. Третье место заняла команда школ номер 20. Лучшими игроками стали Александр Мартынов из 2-й гимназии, Руслан Ромашов из 10-й школы и Никита Джоев из школ номер 20. Мода на детские имена постоянно меняется и зависит она от многих факторов и событий. Например, во время чемпионатов мира по футболу растет число детей, названных в честь успешных футболистов. Популярные фильмы и книги также могут вдохновить родителей назвать ребенка в честь одного из персонажей. А есть имена, которые настолько прижились в России, что не теряют популярности целыми десятилетиями. Наша съемочная группа решила выяснить, как саровчане называют своих детей и как живется человеку с редким именем. Размышляя, как назвать ребенка, родители перебирают множество вариантов, твердо веря, что имя определяет судьбу человека. Называют в честь небесных покровителей, родственников. Иногда следуют веяниям моды и дают редкие имена. Так, полвека назад родители решили назвать сына в честь кубинского революционера Эрнеста Че Гевары и столкнулись с проблемой. В советское время можно было имена давать только из списка, который хранился в ЗАГСе. Этого имени в списке не было, и полтора месяца мои родители решали эту проблему, пока наконец свидетельство о рождении выписали. Эрнесто давно привык к повышенному вниманию к своему имени и не считает его особенным. И знак равенства между словами «имя» и «судьба» он не ставит. Имя, данное в честь мятежной личности, не сделало его жизнь насыщенной идеями революции и борьбы за свободу и независимость чего-либо. Вряд ли как-то имя оказывает какое-то серьезное воздействие на жизненный путь, какие-то основные вехи этого пути. В настоящее время законодательство нашей страны более либерально относится к выбору имени. Запрещено называть детей числителями, цифрами, титулами, ругательными словами. Достигнув совершеннолетия, человек может сменить имя на то, которое ему нравится. Одна из жительниц нашего города воспользовалась этим правом и во вполне зрелом возрасте сменила имя, отчество и фамилию и стала облаком легким на склоне горы. Но согласование на выдачу документов было сложным. Я позвонила куратору, объяснила причину. Ну, по крайней мере, еще раз посмотрев все законодательство, то есть принято решение удовлетворить просьбу гражданки и присвоить ей имя, которое она пожелала носить. В настоящее время на пике популярности находятся женские имена Виктория и Анастасия. Среди мужских имен лидерство удерживают Александра и Кириллы. Некоторые имена уходят в историю и все реже выдаются свидетельства о рождении Григорием, Василием, Ольгом. Елена Грискова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Заводная сальса, нежный вальс и страстная танго. В Доме молодежи прошел отчетный концерт студии бального танца «Дека». В нем приняли участие как мастера спорта, так и хобби-группа, взрослые танцоры и те, кому еще только предстоит покорять пьедесталы. Отчетный концерт студии «Дека» – это праздник, наполненный энергией, страстью, нежностью спортивных и бальных танцев. Когда-то он возник из небольшого представления для самых близких и вскоре стал традиционным и вырос до городского уровня. Родители попросили нас сделать такой вот небольшой концерт для того, чтобы они привели своих родных показать, как танцуют детки. И год от года этот отчетный концерт становился все
все крепче и крепче. И сейчас вот вырос такое мероприятие, которое собирает порядка 300 человек. Павел, бывший ученик Екатерины Денисовны, не упускает возможности выступить на отчетном концерте родной студии. Благодаря профессионализму руководителя, хореография стала любимым делом всей его жизни. Он считает, что секрет успеха на танцполе заключается в упорных тренировках. Надо провести очень много часов в зале. Все это дело танцевать, тренировать, оттачивать. Иногда над одной фигурой приходится там неделю думать, пытаться что-то отрабатывать. Но невозможно красиво танцевать, просто заучив движение. Танец – это прежде всего настоящие эмоции. Во время танца ты еще пытаешься показать что-то большее, чем просто шаги и техника. Если танцы присутствуют какой-то смысл, желание, идея, это гораздо интереснее выглядит. Для одних занятия в студии стали путевкой в жизнь, для других – любимым хобби. За 15 лет существования хореографической студии воспитанники Екатерины и Дениса не раз становились призерами и лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. В Сарове прошло первенство по контурным моделям кораблей на призы общественной организации ветеранов МФ имени Федора Ушакова. Соревнования прошли уже в третий раз. В нем приняли участие воспитанники Дворца детского творчества и станции юных техников, а также их отцы и дедушки. Ребята подготовили к соревнованиям 27 моделей. Дважды чемпион области в свои 14 Никита Березин посещает объединение судомоделирования больше 3 лет. За это время юноша собрал большое количество пароходов разных моделей и многого достиг. На городских соревнованиях по контурным моделям кораблей во Дворце детского творчества Никита представил колесный пароход и гражданскую модель катера «Ира». Для молодого человека собрать корабль – дело простое. Достаточно знать, какую деталь куда прикрепить. Можно сделать модели из брошенных каких-то деталей, которые всегда есть. Можно, в принципе, за 3 занятия сделать. А если вот сделать от и до, ну, это около месяца уйдет. Участники представили на суд-жюри сконструированные модели подводных лодок, колесных пароходов, гражданских и военных судов. Судейская коллегия оценивала внешний вид кораблей, четкость и правильность выполнения деталей. Но главное, сможет ли модель преодолеть бассейн, не коснувшись бортов. Нынешнее соревнование – они, с одной стороны, просто соревнования, а с другой стороны, это подведение итогов за год работы. Занятия техническим видом творчества, они важны, потому что приучают, в нашем случае, мальчиков работать и головой, и руками. Потому что, несмотря на сейчас современные технологии, умелые руки, они всегда нужны. В этом году организаторы соревнований впервые провели семейные старты. В них юным судомоделистам вместе с родителями предстояло по очереди запустить свой корабль на воду и попасть в нужную лунку. Победителям соревнований вручили призы и памятные подарки. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. В 4-й раз на дороге к Каргинскому водозабору прошло открытие легкоатлетического сезона. В этом году на старты вышло около 30 любителей бега всех возрастов. По традиции посвятили соревнования известному тренеру Владиславу Кугукину. Пока одноклассники Алексея Львова постигали тонкости русского языка и математики в школе, молодой человек делал необходимую для победы в забеге – разминку. На открытии сезона он поставил себе цель – поучаствовать не только в детском забеге на 500 метров, но и наравне со взрослыми пробежать самую длинную дистанцию – 4 километра. И по мнению юноши, это значительно интереснее школы. Потому что это укрепляет здоровье. На уроках мы и так сидим всю неделю. А так на соревнованиях это достаточно редко мы выходим. В своих силах Алексей уверен, бегом он занимается с 1-го класса. А на соревнованиях в отделении легкой атлетики иногда пробегает до 10 километров. Дистанция для детей ему кажется пустяком. 500 метров – это достаточно маленькая дистанция, и ради этого не стоило уходить с урока. На короткой дистанции у Алексея не было конкурентов. 500 метров молодой человек преодолел за 1,5 минуты. Да и в мужском забеге на 4 километра он смог показать 5-е время. По мнению организаторов, бегом в Сарове занимаются очень многие. Хотя в силу разных причин на соревнования не заявляются. Потому что когда вот выходим на тропу здоровья, бегаем в лесу, очень много бегунов, которых даже вот не вступают на соревнования, но для себя они бегают.
тренируются. Количество участников в этом году несколько расстроило организаторов. Их было меньше, чем обычно. На будущее выводы сделаны. По словам Светланы Коляскиной, день будут выбирать так, чтобы и школьники, и студенты могли, не отрываясь от учебного процесса, принять участие в забегах. Кирилл Васенин, Владимир Литик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.